Генеральная репетиция перед ожидаемым Брекситом. Французская таможенная служба опробовала новые правила досмотра грузовых автомобилей при пересечении Ла-Манша через Евротуннель. В так называемых учениях были задействованы порядка 20 добровольцев, а также многочисленные сотрудники таможни. Тем временем водители пытаются понять, как новая система будет действовать в реальных условиях. Придется долго ждать. Контроль, проверки, ждать по обе стороны. Здесь тысячи грузовиков, очереди, часы ожидания. И есть элемент неопределенности, потому что мы не знаем, когда это произойдет. Пока все откладывается. Но мы с этим столкнемся. Сам принцип прохождения контроля довольно прост. Грузовик останавливается у барьера. Затем водитель предъявляет таможенную декларацию, бумагу со штрих-кодом, заранее подготовленную транспортной компанией и проверенную сотрудником Евротуннеля. Одновременно осуществляется миграционный контроль. Кроме того, при необходимости инспектор может проверить груз. Чтобы избежать огромных очередей, увеличена пропускная способность пунктов контроля. И некоторых водителей это успокаивает. В любом случае, если придется ждать, мы будем ждать. Это часть работы. Но я думаю, что все сложится нормально. Лично у меня никаких опасений нет. Таможенные органы Франции готовились к этому в течение 2 лет. Мы вели работу со своими сотрудниками, внедряли компьютерные и коммуникационные технологии. Цифровая таможня – сложный механизм, но на сегодняшний день он уже работает. Условия проведенного теста были максимально приближены к реальным. В компании «Евротуннель» заявили, что таможня готова поддерживать непрерывность трафика между Францией и Великобританией в случае любого сценария Брексита.